помер у лікарні після затримання правоохоронцями. Білоруські ЗМІ повідомляють про загибель чоловіка. Одразу кілька видань, серед яких «Наша Ніва» та «Радіо Свобода» пишуть про смерть сина, їм розповіла жінка. Вона каже, хлопчина не брав участі у протестах, але його затримали і посадили в автозак. Трапилося це ще 9 серпня. Про затримання він встиг повідомити матері, але з того часу вона нічого про нього не чула. У хлопця, каже жінка, були проблеми із серцем. У СІЗО через задуху йому стало зле. Конвой вирішив, що він у неадекватному стані і повіз його у психлікарню, а вже звідти, коли зрозуміли причину нездужання, до іншого медзакладу. На ту мить він був уже у стані клінічної смерті. У МВС загибель хлопця поки що не підтвердили. Звільнити усіх незаконно затриманих у Білорусі вимагає ООН. Голова Організації з прав людини Мішель Бачелет заявила про майже 6 тисяч затриманих під час протестів у республіці, і частина з них – звичайні перехожі, які не брали участі у масових демонстраціях. Бачелет закликала розслідувати факти зловживання владою чинного президента Лукашенка, насильство з боку правоохоронців і масові затримання людей. Кайданки надівають і на учасників протесту, і на звичайних перехожих. У мережі дедалі більше відео із затриманнями, які фільмують білоруси. Свої записи роблять і правоохоронці. Вони виклали в мережу відео затриманих людей, серед них нібито є й українці. На камеру вони кажуть, більше ніколи не будуть брати участі у протестах. Тим часом через перенаповнення відділень міліції та слідчих ізоляторів затриманих починають відпускати. Люди, которые стояли на площади, которых задержали, я считаю, незаконно. В данный момент все, кто могут, приезжайте, помогите довести ребят до Минска. Людям необходима ваша помощь, если можете, подъедьте, просто довезите людей до дома. Живі ланцюги на вулицях Білорусі. Жінки закликають владу припинити насилля, стоячи з квітами уздовж вулиць. Чоловіків у таких ланцюгах немає, аби не спровокувати силовиків на затримання. Відтак правоохоронці просто відсувають жінок у глиб на тротуари, але не б'ють. У мережі шириться відео, де чоловік роздає учасницям протесту білі троянди. Як можна вставати вдома, коли відбуваються такі події? У мене має бути сьогодні праздник, у мене день народження, мені 26. Ну як я можу праздновати? Мені тільки боль на душі. Как вы относитесь к тому, что происходит? Так же, как все адекватные люди. Такого не должно быть. Против мирных протестующих вышли в полной экипировке люди. Лупят дубинками. Даже просто людей, которые мимо идут. Это просто, это зверство. Спалюють і викидають форму, медалі та ордени. Флешмоб серед колишніх військовослужбовців Збройних сил і внутрішніх військ Білорусі. Чоловіки, як і жінки, обурені побиттями протестувальників з боку силовиків. Більшість активістів, які беруть участь у акції, кажуть, служили у тих підрозділах, які зараз, на їхню думку, чинять безлади на вулицях міст. Ні, пацани, це вже позор. Белорусского братства, спецназа в Беларуси больше нет. Я гражданин Республики Беларусь. Я принимал присягу о защите своего народа. И мне стыдно от того, какой беспредел сейчас исходит от силовых структур и особенно внутренних войск. И мне вдвойне стыдно, что я храню эту форму как память о той клятве, которую я дал своему народу. Клятва была испорчена. Эта форма мне больше не нужна. Позор. Просто позор вам. Я никогда не думал, что это произойдет. Но я с радостью это все уничтожу. Зря я служил там. Очень сильно я зря пожалел об этом. Свою акцію організували і водії. Білоруськими вулицями їздять показово повільно, зі швидкістю не вище 30 км на годину. Закликають припинити насильство і лікарі. Частина медиків приєдналася до загальнонаціонального страйку, який триває на різних підприємствах. З державних телеканалів йдуть ведучі. І навіть серед правоохоронців є зрушення. Дехто зі співробітників силових структур подає рапорт на звільнення, інші записують відеозвернення. Колеги,
Мы поклялись с вами защищать белорусский народ. Но вместо этого мы отставим интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу. Коллеги, я призываю вас прекратить это насилие и не наставлять оружие на мирных безоружных граждан. Я, Колос Иван Николаевич, в 2015 году присягнул на верность Республике Беларусь и ее народу. Я не увольняюсь из органов внутренних дел, но исполнять преступные приказы я не намерен. Якщо б'єте протестувальників через необхідність отримувати зарплату, скажіть мені, і я допоможу. Чоловік, який представився білорусом, успішним IT-фахівцем, що працює у Кремнієвій долині у США, звернувся до правоохоронців Білорусі. Каже, готовий надати фінансову допомогу силовикам, які погодяться, цитую, перейти на сторону добра. Обращаюсь к силовикам, воєнним Республіки Білорусь. Друзі, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь, я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров сделать то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа. Ну, а щодо результатів виборів, в онлайн-платформі «Голос» заявили, реальні результати голосування у Білорусі кардинально відрізняються від офіційних. Громадяни країни надіслали їм майже 500 000 світлин з бюлетенями, які заповнювали на виборах президента. Ресурс створив штаб кандидата у президенти Світлани Тихановської для того, щоб провести чесний підрахунок голосів. Тепер команда платформи разом з ініціативами «Чесні люди» і «Зубр» обробляють інформацію, зіставляють дані підсумкових протоколів з виборчих дільниць з фотографії. Фотографіями виборців, фальсифікацій чимало. Ну, а за офіційними попередніми даними, нагадаємо, перемогу на 6-х президентських виборах здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко із результатом понад 80% голосів. Опозиціонерка Світлана Тихановська за офіційним підрахунком отримала менше 10% народної підтримки. Між тим, президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, допоки там не стабілізується ситуація. Ну, а про поточну ситуацію в Білорусі, шанси, способи добитися перерахунку, поговоримо з помічником директора Белсат ТВ Олексієм Дикавицьким. Спробуємо налагодити з ним зв'язок. Наразі встановлюють контакт наші редактори, а тим часом поговоримо про ситуацію в Україні, зокрема, синоптичну. Перепрошуємо, все-таки з'явився у нас на зв'язку експерт, щоб ми все-таки не відривалися від теми Білорусі. Отже, про шанси і способи перерахунку говоримо з, нагадую, помічником директора Белсат ТВ Олексієм Дикавицьким. Будемо спілкуватися російською для зручності співрозмовника, тож одразу перепрошую за ймовірні помилки. Олексій, здравствуйте. Доброго дня. Для начала, як у вас обстановка в СМІ і є ли пострадавші журналісти? О, да, журналистов пострадавших есть и немало. У нас только, если бы вы спросили, сколько наших журналистов на определенный, вот сейчас на данную минуту сидит, то я вам даже не скажу. Я думаю, это около 8 человек, может быть 10, потому что вчера мы поняли, что был дан приказ абсолютно охотиться на журналистов. Если первые 3 дня еще как-то удавалось избежать задержаний, то вот сейчас на журналистов началась настоящая охота. Но двое наших журналистов наполовину оглохли от светошумовых гранат. Одна журналистка серьезно ранена в ногу. В общем, 8 человек сидит. Так что ситуация очень тяжелая, но тем не менее мы стараемся все время быть в живом эфире. Это мне 12-16 часов в день. Потому что еще это хорошо, что сейчас появился интернет со вчерашнего дня, и то не до конца хороший. А 3 дня ведь вообще не было интернета. А мы, поскольку вещаем через спутник, так еще, скажем так, по старинке, старомодно, кроме всего прочего, через спутник, то люди, у которых есть тарелки спутниковые, могли смотреть и делиться, звонить по стационарным телефонам и делиться информацией, говорить своими родственниками, близким, что происходит в стране.
Во многом вас понимаем, и события у вас напоминают те, которые были у нас в 2014-м. Но Украина имеет опыт протестов разного масштаба и пересчета голосов на президентских выборах в частности. В Беларуси такого пока не было ни разу. Доказательства нарушений процесса ищут, бюллетени фотографируют. Но что дальше? Если нет лидера, то какие структуры могут добиться пересчета и как? Ну, видите ли, мы сейчас вообще, мне кажется, имеем отношение с чем-то уникальным, с тем, чего, может быть, не было вообще в мировой истории. То есть, ведь сама Светлана Тихановская, которая сейчас за границей, надо помнить, что она никогда не была лидером протестов, она никогда вот, даже не призывала людей протестовать, и никогда не была на этих протестах. Она говорила о том, что она выиграет выборы для того, чтобы объявить свободные и демократические выборы, сразу же, для того, чтобы там могли баллотироваться настоящие политики, которые уже, скажем так, смогут выполнять эту функцию. Поэтому она лидером протестов никогда не была. И вообще нет лидера у этих протестов. Поэтому как дальше это пойдет, тяжело, конечно, прогнозировать. Надо понимать, что такие массовые столкновения с ОМОНом, с внутренними войсками, видимо, они уже отойдут на второй план. Разве что ближе к выходным, когда люди уже с интернетом увидят, что происходило, может быть, это повторится. Но то, что сейчас происходит, то есть начало забастовок на некоторых предприятиях, это протесты врачей, это публичное заявление даже членов избирательных комиссий, что их заставили заниматься тем, чем они занимались, то есть фальсификацией. Мне кажется, это все ведет к тому, что впервые мы имеем отношение с протестами не только в Минске. Так всегда было, в Минске собрались, после выборов попротестовали, по всех побили, посадили и конец. Сейчас в более чем 30 городах, и это признает само Министерство внутренних дел, в 33 городах были протесты, даже в таких городках, где их никогда не было. Власть показала огромную брутальность. Сотни раненых, двое убитых, 6 тысяч человек арестовано. Понимаете, уже произошло что-то такое. Раньше обыкновенный белорус думал, что вот, ну, это оппозиция какая-то там протестует, а не политики, это их дело. А сейчас это касается практически каждого. И чем бы ни закончились, если даже грубая сила власти в этот раз сможет успокоить протесты, то мне кажется, что рано или поздно эта аккумулированная злость на власть, она взорвется где-то в другом месте или во многих местах сразу. Ну, Алексей, а скажите, как вы считаете, возможно ли добиться пересчета и освобождения политзаключенных силами белорусов? Или без международной поддержки, давления, без наблюдателей ничего не получится? И какие страны могли бы вам в этом помочь, как считаете? Безусловно, международная поддержка просто необходима. Международная поддержка необходима, потому что люди должны понимать, что демократический мир стоит за ними. И да, это должны быть серьезные заявления, серьезные, не такие, что мы, понимаете, глубоко обеспокоены, как это всегда происходит. Мы глубоко обеспокоены. Это должно быть серьезное заявление, это должны быть санкции не против 10 человек из окружения Лукашенко и его самого, только против тысяч людей, которые фальсифицируют выборы, которые отдают приказы бить людей и так далее. Их нужно против них ввести санкции и твердо сказать, что только пересчет голосов может изменить, вообще нужно не признавать легитимным действующего президента, потому что он на самом деле не выиграл этих выборов. И вот такие действия должны быть. Но естественно, что за белорусов никто ничего не сделает. Естественно, только постоянное сопротивление, будь то, не знаю, уличное сопротивление или итальянские забастовки, или вообще забастовки, только это может вынудить власти. То есть крах стабильности системы может вынудить власти на переговоры. Спасибо вам большое, Алексей. Мы вам очень сопереживаем. Дякуємо нашому експерту. Нагадуємо, що про шанси на перерахунок голосів та імовірні подальші дії говорили з помічником директора Белсат ТВ Олексієм Дикавицьким.